Девчонки, всем большой привет, добро пожаловать на канал. Пришла с ночи, повалялась, часа три, наверное, на диване. И подремала, и просто повалялась, телевизор посмотрела. Встала уже, думаю, надо вставать, что-то идти на кухню кашеварить, не то сейчас начнут все сбегаться, стягиваться домой. Ученики мои, да муж к вечеру, у меня ничего, как всегда, нету кушать. Вот, что еще хочу сказать. Что готовить буду? Сейчас я вам покажу, что придумала. Уже просто голова взрывается на взрыв. Просто я не знаю, что готовить. Вообще, вот просто идеи все иссякли. Так что сейчас покажу, что на этот раз решила я приготовить. Ну а вам желаю приятного просмотра и хорошего настроения. Вот такое сегодня, девочки, решила приготовить блюдо. Достала фарш. Поздно что-то достала, утром надо было с вечера достать. На кусочки нарезала, чтобы быстрее отошло. Рис отварила, то есть приготовлю тефтели и стущу овощи. Картошечка, морковь, лук, перчик и кабачок. Все это стушу, не знаю, еще может быть в одном даже казане приготовлю на дно. А сначала овощи, может быть, потушу наверх, тефтели положу, может быть, в разных, еще не придумала как. В общем-то, идея вроде бы есть, а как ее еще воплотить, я еще пока не решила. Так что сейчас дождусь фарша, перемешаю. Это сейчас все пока нашинкую, нарежу. Наверное, отдельно буду тушить, пока у меня мясо будет тут размораживаться. Я все-таки поставлю тушить свои овощи. Потом уже они как раз тушатся, и тефтельки уже можно будет скатывать и отваривать. В общем, посмотрю, покажу в итоге, что получилось. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. Ну что, девочки, я накрошила лук, поставила его обжариваться в казанок на растительном масле. Теперь приступила нарезать морковь. Морковь я решила нарезать вот такой вот соломкой. Не знаю, мне вообще нравится, когда в блюдах в различных морковь нарезана соломкой. Ну, либо кружочками. Ну, здесь я решила нарезать соломкой. Далее приступаю нарезать кабачок. Кабачок я решила нарезать помельче, то есть кубиками. Ну, не слишком мелкие, я так бы сказала. Такими, знаете, средними кубиками. Кабачок у меня уже давно лежал в холодильнике. Все, никак не могла найти им применение. Наконец-то такое придумала, приготовить овощную рагу вот с тефтелями. Нарезаю кабачки, ну и далее все по очереди. У меня там остается перчик, картошка. Все перережу, все сложу в казан и стушу. Ну что, лучок у меня поджарился более-менее, я добавила морковь, прям буквально немножечко потушила. Помидоров в квартире у меня не было, поэтому вместо помидор я добавила домашний кетчуп. Знаете, девочки, очень зачетно получилось, очень прям классно. Ну и дальше засыпала все нарезанные овощи, то есть это картофель, кабачок, болгарский перчик. Все подсолила и закрыла крышкой на медленный огонь, но у меня немного потушилось. Пока у меня тушилось оно, я приступила к фаршу, к лепке тефтелей. И потом все это просто выложу наверх на наши овощи.
Так, ну что, девочки, поставила я свои овощи варить, подсолила, перемешала, водички добавила с чайничка, пусть тушатся. А я тем временем, девочки, займусь тефтелями, фаршем. Перемешаю, посолю, поперчу, скатаю и на досточку пока, наверное, выложу. И потом сверху прям на овощи выложу. И как раз доварятся овощи и сварятся мои тефтельки. Будет такое в одном казане, как говорится, такое блюдо двойное. Кстати, кабачок я использовала не весь. Это оставила, почему-то решила, что много будет. Может быть, сегодня, если будет время, попозже немного его обжарю. Просто на сковородке в муке. Так что все, соль, перец, рис, девочки, до полуготовности, кстати, отварила, промыла его. У меня уже стек. Сейчас я его добавлю. Посолю, поперчу и буду формировать наши тефтельки. Девочки, фарш размешиваю в перчатки. Фарш мне до конца не растаял. Знаете, такие были даже кусочки более замерзшие, более такие холодные, твердые. Приходилось мне их пальцем прям разбирать на мелкие кусочки. В общем-то, все перемешала. Как я уже сказала, что я добавляла только соль и перец. Больше никаких приправ я не добавляла в фарш. Ну и приступила формировать такие вот тефтельки. Просто обычно, как вот получались, так я их и скатывала. Складывала их пока временно на разделочную досточку деревянную. Но в дальнейшем уже они у меня пойдут, как говорится, отправятся в казанок тушиться. Left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. If I were down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. В общем-то, девочки, футболку мерила. Футболка классная, материал классный. Но все-таки я ее решила вернуть. Я ее не выкупила. А вернула, потому что принт этот слишком грубый, он наклеен. И в одной из букв я уже заметила край, как, типа, отходил. Поэтому я подумала, после первой стирки у меня это все вообще отвалится. Поэтому пришлось футболочку вернуть, к глубокому сожалению.